Всем добрый вечер. Сегодня хочу показать вам гортензию панорама. Мне ее надо прорядить, сформировать, и все, что лишнее, уйдет на черенки. Ну и тогда приступим. Так, обработала я свой секатор. Надеюсь, что вам будет видно. Давайте смотреть. Вот здесь вот есть такая ветка, которая сформирована букетом, и она будет лишняя здесь, потому что кроме как обстричь, ничего с ней нельзя сделать. Я сейчас покажу вам ее. Вот смотрите, видите, какая она пушистая. Вот. С нее хороших побегов не будет, потому что ветки все тонкие, и бутона хорошего она не образует. Вот, я плохо тут обрезала. Сейчас обрежу под пенек, и удалилась еще одна ветка. Так, вот с этой стороны у меня сухие ветки. Зимы они не дали никакой поросли. Вот, я убираю их. Так. Вот здесь у меня есть вот эта вот такая деревянная ветка. Она идет в бок, на ней очень много поросли. Но вот так ее совсем не видно. Я сейчас срежу ее до первой, к самой крепкой развилке. Сейчас посмотрю. И сейчас вот так вот. Вот видите, вот такой пышный куст. Что если вот эти все ветки оставить, то, ну, если соцветия и завяжутся, а они завяжутся, они будут очень мелкие. Кусту будет очень тяжело вытянуть. И эти соцветия, ну, они просто могут быть просто мелкие, некрасивые. А нам нужен красивый куст с красивыми соцветиями. Так, вот эта ветка, она практически около земли. Я ее выстригаю. Выстригаю совсем, практически отшмыгиваю. Так. Вот здесь внутри есть очень маленькая веточка. Я ее тоже убираю. Так. Вот эта ветка, которую я обстригла до первой здоровой, она в своем основании имеет очень много мелких. Вот здесь не видно, но я сейчас буду их снимать, и вы увидите, какая это мелочь. Вот, видите? Вот они. Вот. Я сейчас их все сниму. Так. Как вам показать? Не знаю даже. Так, вот смотрите. Вот эта вот ветка. На ней три побега. Они смотрят, вот эта ветка смотрит совсем в сторону. И она вообще, вот если посмотреть, вот так мне с этой стороны видно, она вообще загущает вот эту середину. Я сейчас ее удалю совсем. Вот я ее удалила. Вот, что было первоначально. Вот отсюда я удаляла. Сейчас покажу вам вот такую крону. Вот такую крону. Вот. Связала до первой хорошей развилки. И все равно оказалось, что вот эта ветка все равно мешает общему развитию куста. И вот что у нас получилось. У нас получилось 2, 4, 6, 6, 8 побегов. Получилось 8 побегов. Ну вот, если так посмотреть, то вот теперь видите, как хорошо просматривается кустик. Так. Ну, я думаю, что, наверное, я все и оставлю. Вот так вот у нас получилось. Вместе с вами. Вместе с вами мы делали это. И это была панорама.
Ну вот что, я отрезала, и теперь я буду это брать на черенки. На самом деле процесс этот не хитрый. Обрезать. Где на два междоузлия? А где на одно? На одно это если оно длинненькое. Вот смотрите, вот здесь вот я сняла листья. Получился здесь ну вот это междоузлие. И вот это получилось на два междоузлия. Здесь с листиками, здесь без листиков. Это мы заглубляем, и здесь будет резервная почка на всякий случай. Вот здесь тоже не буду жадничать. Вот здесь вот так оставлю, без листиков. А здесь будет вот такой черенок. Так, здесь обрезаем. Корявенький весь такой. Здесь будет междоузлие без листиков. Здесь с листиками. И здесь вот тоже на два междоузлия. Вот по такому принципу я буду делать. Вот. Чем хорош верхушечный черенок? Когда он укореняется и отрастает, мы всегда можем сделать повторную перечеренковку.